Что нами движет? Чему мы удивляемся? И что остается непостижимым? Короткие мгновения, которые останутся в нашей памяти. Поворот головы, улыбка, взгляд. Величие красоты и вечное стремление к совершенству. Произведение труда и целеустремленности. Волшебные и неповторимые моменты победы. Сидней, 2000 год. Эта Олимпиада стала особенной. Последняя Олимпиада уходящего 20 века. Российская сборная по художественной гимнастике шла к этим соревнованиям долго и упорно. Команда России должна была доказать всему миру, что она сильнейшая. И от таких звезд, как Алина Кабаева и Юлия Барсукова, мы ждали заветных олимпийских медалей. Как задумывалось, так и вышло. Несмотря на то, что Алина Кабаева допустила досадную ошибку, рядом оказалась другая российская гимнастка Юлия Барсукова. В итоге у Юлии золото, а у Алины бронза. Наши гимнастки продемонстрировали всему миру гимнастику нового тысячелетия, сплав сложнейших элементов и непосредственную легкость и красоту исполнения. Алина Кабаева и Юлия Барсукова показали высочайший уровень мастерства и артистизма. Всем и прежде всего себе, что наша команда по художественной гимнастике сильнейшая в мире. Для Юлии Барсуковой Олимпиада 2000 года стала последним соревнованием. Одна из самых лучших гимнасток решила оставить большой спорт. Дорогая девочка, сегодня последний раз мы все тебя видим на этой площадке. Умирающая девочка. Я сейчас умру сама. Мне очень приятно, что ты в такой великолепной форме, что ты вышла и сделала то, что ты делала всегда, что ты сделала на Олимпийских играх, что ты в самую сложную ситуацию не дала упасть русскому флагу, что российский флаг все равно поднялся выше всех. Я благодарна тебе за это. Юлия Барсукова – это явление в художественной гимнастике. Одаренная спортсменка, красивая девушка. Она очень тонко ощущает и переживает создаваемые ею сценические образы. Ее грациозность находится на уровне волшебства, когда стирается грань между спортом и искусством. Это стихия грусти, это вершина артистизма, красоты и грации. Это Юлина лебединая песня. Признаю, что я не довыступала свое. Мне до сих пор хочется выступать на зрителей. Хочется собирать полные залы, чтобы, как раньше, я стояла одна посередине, не знаю, зала, там, льда или что еще. И чтобы мне все аплодировали. Для сборной команды России наступил новый этап. Стали взрослее девочки, стали сложнее новые программы, возросли требования к себе.
Успеха трудно добиться, но еще гораздо труднее его удержать. Поэтому работать приходится с еще большей отдачей. Никогда не сдаюсь целью выиграть соревнования или победить. Просто очень хорошо выступить, ну, максимум возможности, как я могу выступить, и порадовать зрителей. А самое главное, чтобы я была довольна своим выступлением и тренер. Пинсан нам очень помогает сильно. Вот, допустим, если ты уставшая, все, не можешь больше, она найдет такие слова, которые заставят тебя просто работать и пойдет изнутри работа. Ты сама захочешь тренироваться и показать максимум. Тренировки продолжаются. Гимнастки оттачивают новые сложные элементы. Тренеры, хореографы, массажисты работают, не жалея сил. Ирина Александровна руководит процессом, ничего не упуская, но и не подавляя инициативу других. В общем, идет нормальный тренировочный процесс. Я думаю, вообще не о победе. Конечно, самое главное, чтобы выступить нормально, понравиться народу. И тогда посмотрим. Если я нормально выступлю, то и будут хорошие результаты. Неудача в Сиднее заставила Алину Кабаеву продолжить борьбу с новыми силами. Для нее началось все сначала. Но уже в новом качестве. Впереди чемпионат мира в Мадриде, где Алина должна доказать, что она лучшая гимнастка. Алина Кабаева. Феноменальное явление в спорте. Она потрясающе одарена. Яркая, эмоциональная, со взрывным характером, настоящий боец. На чемпионате мира в Испании Алина доказала, что она сильнейшая гимнастка планеты. Зрители ликовали. Для них это был прекрасный подарок, преподнесенный нашими спортсменками. Ирина Чащина. Самая техничная и самая серьезная спортсменка нашей сборной. Ее программа уникальна в техническом плане. Некоторые элементы, которые выполняет Ирина, не под силу ни одной гимнастки. Ее выступления похожи на полет стрелы, так они стремительны и грациозны. Испанская публика ничего подобного не видела. Сборная команды России выиграла все золотые и серебряные медали. Этот результат заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Триумф российской команды был безоговорочным. Публика ликовала и скандировала имена наших гимнасток. Пластика Алины поражает и удивляет. Ее улыбка очаровывает. Ее выступления заставляют забывать все на свете. Она увлекает своим вдохновением. Ею хочется любоваться бесконечно. Алина словно богиня, сошедшая с вершин Олимпа, чтобы во всей полноте выразить красоту и грацию человеческого тела, силу его духа. Благодаря, я думаю, вот Алине, такой гимнастке, как она и как Чащина, дети стали заниматься художественной гимнастикой во всем мире. И прекрасный вид спорта стал, наконец, таким, который является престижным, с одной стороны, а с другой стороны, массовым. Серьезность Ирины Чащины видна во всем, а тем более в спорте. Невероятная точность движений и стремительность ее прыжков вызывают уважение не только у специалистов,
но и у зрителей. Ирина принесла в художественную гимнастику свой неповторимый почерк, который легко можно узнать с первых элементов. Художественная гимнастика – исключительно женский вид спорта. Его отличительной чертой является эмоциональная выразительность движений и непосредственная связь музыки с элементами танца. Органическое сочетание движений и музыки придает номеру целостность, пластичность, слитную и яркую динамическую структуру. За последние годы, благодаря усилиям тренерского коллектива, гимнасток и всех тех, кто искренне любит и понимает этот спорт, художественная гимнастика превратилась в престижный и массовый вид спорта. Сложившийся коллектив – это большая дружная семья. Эти люди посвятили свою жизнь столь сложному и важному делу – воспитанию прекрасных и красивых людей. Создана особая атмосфера, находясь в которой можно эффективно тренироваться и достигать высоких результатов. Обычно во время выступлений тренеры остаются за пределами ковра. Но бывают моменты, когда все меняется. Получилась такая вообще история, что я пришла в зал. В общем, когда-то была уставшая, что я сидела, я даже не могла подойти там сесть в кресло. Сидела. Ринсан так посмотрела на меня в сторону, говорит, ну-ка, говорит, иди снимай штаны свои, одевай шорты, давай на площадку. Зачем? Давай попробуем. Встали и слепили, наверное, очень хорошее упражнение, сделали очень здорово и красиво. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in this world to trust. Just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I'd have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go. Центр олимпийской подготовки. Это самая современная и прогрессивная школа художественной гимнастики в мире. Школа Ирины Виннер. Сложились такие определенные традиции уже в нашем коллективе. И все, что я умею и знаю, я научилась от Ирины Александровны. И даже слово «как вы вместе работаете» здесь не подходит. У нас такой тандем своеобразный. У нас нет такого «я вот знаю больше, а я знаю меньше». То есть Ирина Сан, она большая личность, но если я ее ученица, которая умеет делать все, как она меня научила, если я говорю Ирина Сан, у меня другое мнение, она с ней всегда считается и уважает меня за то, что я имею свое мнение. То есть у нас нет никаких проблем, когда мы работаем вместе, мы делаем одно дело. Не случайно главный тренер сборной России Ирина Александровна Виннер удостоена высоких наград и званий. Заслуженный тренер России, кавалер Ордена Почета, доктор физического воспитания. Ирина Александровна – тренер, как принято говорить, от Бога. Порой она делает невозможное, но она это объясняет просто. Я очень люблю дело, которым занимаюсь, и очень люблю детей. Перефразируя известную фразу «Дети – цветы жизни», можно сказать, что